Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Вападом. И сегодня речь пойдет о научно-популярной литературе, о книге, которую первую из числа прочитанных в этой серии я не смог одолеть целиком, потому что, увы, мне не хватает математической подготовки. Все-таки этот маленький трактат о случае и случайностях Юбера Кривина «Математика, статистика, физика», значит, ученого, который написал чрезвычайно любопытную книгу, все-таки этот трактат рассчитан на математику подготовленного читателя, а мне, мои юные зрители, если таковые есть, очень сильно не хватает математической подготовки. И хотя я с удовольствием рассказываю о литературе этого направления, часть ее я освоить не могу, потому что натыкаюсь на глухую стенку. Но нет у меня сейчас в жизни возможности потратить год-полтора на то, чтобы подтянуть математику, сильно запущенную еще в старших классах средней школы. И, ну, сами понимаете, да, тут уже ничего пока не поделаешь. Поэтому расскажу вам то, что понял, то, что мне показалось интересным, а интересным мне показалось это очень, и крайне жалею, что в разделы с формулами влезть не могу, что называется. Так вот, маленький трактат о случаях и случайностях – это книга не совсем о теории вероятностей. Это книга о применении всевозможных следствий этой теории, математических выкладок, к нашей с вами окружающей жизни. А также о том, как статистика поступает с этими применениями и как это все взаимодействует в, я бы сказал, сфере массового сознания. Значит, вы ни для кого не случайность, да, что мы воспринимаем, ни для кого не новость, что мы воспринимаем случайность как нечто само собой разумеющееся. Можно ли предугадать, выпадет монетка орлом или решкой, спрашивает нас аннотация. Конечно, нельзя, ответ, потому что вероятность будет случайна. Но, тем не менее, если вмешивается любой другой третий фактор, то мы, конечно, уже можем сделать какие-то выводы. Проще всего массовое сознание, вот наше обывательское, да, оно это формулирует, допустим, в законах Мерфи. Бутерброд всегда падает маслом вниз. Закон Мерфи. Вот. Вы не поверите просто. Во-первых, существует классическое объяснение этому факта. Высота стола – это примерно строгая величина. То есть, она может колебаться довольно сильно, да? Но все-таки это определенная величина порядка метра с хвостиком. Да? Значит, время падения бутерброда, ускорение свободного падения – его площадь, сопротивление воздуха – это абсолютно известные вещи, несмотря на то, что размеры, вес бутерброда могут быть разными. Значит, бутерброд успевает за то время, когда он пролетает это расстояние, примерно от руки на уровне стола или чуть выше, перевернуться в воздухе ровно один раз. Догадайтесь, как вы держите бутерброд до того, как вы его случайно роняете. Правильно, конечно. Если, конечно, кот Матроскин, который, как известно, ел бутерброд. Неправильно, ты, дядя Федор, бутерброд ешь, да? Надо колбасой на язык класть, так вкуснее. И правда, так вкуснее, но так никто не ест, потому что колбаса может упасть. Вот, а, соответственно, вы держите его маслом кверху. Соответственно, он переворачивается, делает один полный оборот и падает на пол маслом вниз. Вот, соответственно, если вам непонятно, о чем эта книга, откройте довольно интересное место. Это приложение, самое первое из них, самое простое, очевидное. Книга, надо сказать, снабжена и алфавитным указателем, и кучей приложений с конкретными примерами к каждой главе, и, значит, с иллюстративным материалом, скажем так, из самых разных сфер области деятельности. Вот здесь первое приложение называется «Аллергия». Известен совершенно конкретный миф, медицинский миф о том, что домашние животные снижают вероятность появления аллергии в семье. И средство завести собаку, да, вот, вернее, решение завести собаку – это реальное средство против аллергии, что типа снижается вероятность детей. Вот эту вот вероятность очень легко проанализировать, потому что она абсолютно ошибочна. Здесь приводится отрывок из двух, ну, скажем так, около медицинских текстов популярных. Журналистских, конечно, текстов, они строго из медицинской статьи. И самое главное, что эти тексты анализируются с конкретными заданиями. Найти и сосчитать все смысловые ошибки, найти логическую ошибку. Логическая ошибка самая главная одна. Меняется местами причина и следствие. Потому что у тех, у кого дома содержатся домашние животные, скорее всего, аллергии нету. И именно поэтому они не попадают в ту группу, в ту, значит, множество, да, общность, которая должна служить статистическим материалом для этого вывода. И, в принципе, совет завести собаку, чтобы избавиться от аллергии, он равносилен примерно, ну так, совету не ложиться ни в коем случае в больницу, если вы заболели. Почему?
Ну, потому что больница увеличивает ваши шансы не выздороветь, а разболеться еще хуже или умереть. Берем статистику среди общего населения, да, сплошная выборка, да, значит, и среди тех, кто находится в больнице. Посмотрите, сколько среди них больных, умирающих и так далее. Это проклятое место фактически, да. Соответственно, если вы хотите выздороветь, вам не надо ложиться в больницу. Подмена, значит, понятий, да, причины и следствия меняются местами. Это действительно очень частотная ошибка. И вот на таких простых примерах становится понятно, зачем нам изучение закономерностей, которые управляют этим миром, случаи случайностей после открытия принципа неопределенности, после открытия квантовой механики и вообще законов, действующих в микромире, где не может быть некоторых вещей, привычных, понятных нам, от которых наш разум не собирается отказываться. Мы же знаем, что предмет может находиться ровно в одном месте, и он представляет собой ровно то, что он собой представляет. А электронное облако – это та штука, когда невозможно определить одновременно, да, два параметра у электрона. Это принцип неопределенности – это та штука, которой мозг обезьянки, слезшей с дерева, в принципе не приспособлен. Наш разум не был эволюцией заточен под изучение вот этих вещей. И поэтому нам приходится делать колоссальные усилия не для того, чтобы даже понять, а для того, чтобы смириться с тем, что в мире полно неопределенного, что случай правит миром. И это действительно очень важно. Так вот, прочитав кусочек книги Юбера Кривина, я еще раз говорю, часть книги я не смог прочесть, я сделал для себя очень интересные выводы. Во-первых, мне нужно почитать литературу по этому направлению только попроще, это раз. Во-вторых, это огромная тема, которую, к сожалению, практически не затрагивает, ну, скажем так, начальное образование, естественно, научное, которое мы получаем в школе и на первых курсах. Вот. Ну, потому что мы там не изучали ни теорию вероятности, ни так далее, ни математическую составляющую, ничего этого не было. Вот, может быть, сейчас уже есть в 11 классе, я не знаю. Мне кажется, нету все-таки. Вот. И в-третьих, это штука, которая напрямую очень тесно связана с нашей повседневной жизнью. Потому что все мы попадаем 100 раз на дню в ситуации, где, ну, допустим, надо вычислить вероятность появления динозавра на улице. Вот. 50 на 50, отвечает блондинка. Как так? Ну, встретите ли вы динозавра, выйдя на улицу? 50 на 50? Как это так? Ну, либо встречу, либо не встречу. Вот это отличное рассуждение. Вот, чтобы так не рассуждать, читайте умные книги. Спасибо за внимание.